Приветствую всех на своем канале. Совершенно недавно у меня закончилась туристическая поездка в Варшаву, которая заняла целых 4 дня, где я наснимал кучу интересного материала для вас, посетил много интересных мест. Кстати, первый влог вы уже можете посмотреть по вот этой ссылочке, он уже на моем канале. А именно сегодня я хочу с вами поговорить о ценах на продукты в супермаркетах Варшавы. Давайте узнаем, какие они. Поехали! Сейчас мы находимся в маркете в центре Варшавы, возле Варшавы Центральной. Хочу вам показать цены на основные продукты, плюс-минус. Буду выбирать средние товары и говорить вам цену за штуку и, конечно же, за килограмм. Ну, допустим, первое, что у нас будет, это, конечно, первые йогурты. Их здесь огромная-огромная куча. Так, давайте пройдемся, выберем какие-то самые основные. Вот Данон, вот такой вот, 6,49 стоит, 12,99 за килограмм. Хочу сказать сразу, все цены в злотых, так что смотрите, переводите по курсу, который вам интересен. Йогурт Активия 3,89 в баночке, 300 грамм, 12,97 за килограмм. В таких вот баночках 3,99, 16,63 за килограмм. Так. Это у нас это йогурты, это все йогурты. Сметана, вот допустим, самая дешевая здесь 2,05 за 400 грамм и 5,13 за килограмм. Либо подороже это, ну, где это нету, ну, допустим, вот Прима сметана 18%, 330 грамм, 3,25 злотых и 9,85 злотых за килограмм. Так, пойдемте дальше. Кефир Милка 1 литр 3,59 злотых. Соответственно, такая же цена за килограмм. Вот здесь 900 миллилитров 4,79, это уже другой 1,5%, и 5,32 за килограмм, за литр. Молоко. Так, самое дешевое молоко 1,89 за литр. И самое дорогое, сейчас постараюсь найти. Самое дорогое, конечно же, Эко, 4,79 за литр. Вот так вот. Сыр 4,99 за 500 грамм и 9,98 за килограмм. Картошка все, 1 килограмм 1,29 злотых. Либо какая-то другая есть, 1,5-килограммовая, это упакованная за 3,79 злотых. Вот так вот. Лук по 1,99. Так. Капуста белая 1,99 стоит. Так вот. Помидоры 1 килограмм 4,99. Вот виноград. Виноград по 7,99. Помаранчи, апельсины 5,99 за килограмм. Лимон 7,99 стоит. Грейпфрут 6,99. И яблоки. Ой, на яблоки цены не вижу. Вот. Яблоко зеленое 6,99 за килограмм. 6,99, либо вот такое яблоко по 3,99. 6 злотых за килограмм. Вот такие вот батоны. 6 злотых за килограмм, 3,09 за полкилограмма. Булочки вот такие, 50 грамм, 0,29 злотых. Ну вот, допустим, батон 250 грамм, 1,89 и 7,56 за килограмм.
Так, ну еще вот такие вот есть различные, вот такой вот различный хлеб, ну допустим, вот 500 грамм 4,59, вот такой он, это под тостер, я так понимаю, 500 грамм 4,59 и 9,18 килограмм. Так, это что касается хлеба. Ну, вот батон, кстати. Батон, вот такой вот батон, 500 грамм, 2,29, 4,28 за килограмм. Цена на яйца. Яйца начинаются от 3,95 за 10 штук, по 40 злотых за штучку. 40, да, это самая минимальная цена. 40 злотых за штучку. Дальше уже идет дороже. Вот 10 штук. 8,39, 6,99, 10 штучек. 7,79, 10, 6,19, 4,69, 7,19 за литр. Мука 3,49 за килограмм. 3,49, 3,59, 4,29. 4,59, самая дорогая вот такая мука. 6,69, еще есть вот для хлеба по 10,79. И рис, цена 10 злотых за килограмм, 10, 12, 14 злотых за килограмм за рис. Есть вот такой обычный за 8,23. Это у нас все здесь рис различный. Так. Вот что касается различных, допустим, пасты. Паста 4 злотых за килограмм, 3,59, 10-11 злотых за килограмм пасты. Вот. Макароны 8, 9, 10. Вот такие вот различные здесь у них есть макароны и пасты. Ну, средняя цена на макароны и пасты от 6 до 10 злотых за килограмм получается. Вот такие вот сыры есть, там 7 злотых за 250 грамм, так, 200 за килограмм нет цены, это за штуку. Так, впрочем, 7, 6, это все 200 грамм за 6 злотых. Сыр Гауда 7 злотых 300 грамм и 23,30 за килограмм. Вот так он распакован сразу же. Одинаково по 300 грамм. Так, еще есть вот такие сыры. 500 грамм 14,29 и 28,60 за килограмм. Вот 40 за килограмм. Какой-то вот такой вот сыр. Это по 40 за килограмм. Эдемский сыр. Покупал вкусный сыр, между прочим, по 30 злотых за килограмм. Вот, допустим, вот такие вот вкусные. Я в Вильнюсе вот такие же тоже беру, берлинки классические, 250 грамм, 3,79 за 250 и 15,16 за килограмм они стоят. Есть еще такие классические, полкилограмма 7,35 и 14,70 за килограмм. Так, рыба, селедка 4,39 за 220 грамм, за килограмм цена не написана, даже не знаю, что вам сказать. Коречки с цибулей, вот такие вот, 200 грамм 7,39 стоит и килограмм 37 злотых. Что еще есть? Селедка вот такая вот, 200 граммовая, стоит 6,49 злотых и цена за килограмм 32,45. Кетчупы 4,59 за 450 грамм, вот такой вот 10,20 за килограмм. Рольник 6,78 за килограмм. И вот большие 8,41 за килограмм, 4,25 за килограмм, 9,25. Мороженые, вот, допустим, различные мороженые, в среднем цена за килограмм 14,29, 14,29, 19, по скидке есть по
по скидке по 14 злотых. Ну, средняя цена по вот такой вот мороженой 14. От 10 до 20 злотых за килограмм мороженого. Кокосовое молоко 10,99 за литр. Потом вот такое из миндаля молоко 12,99. Соевое 7,39. Есть по 6,69. Есть по 6 даже. Кока-кола и все меряется. Литр кока-колы 3,79 стоит. 3,79 стоит литр. И 4,25 полторушка. Это получается 2,83 за литр. Так, и двухлитровые постараемся найти. Вот новые с лимоном. 3,53 за литр и 5,29 за полтора литра. Так, и что-то я не вижу двухлитровых. Вот, двухлитровая нулевая 5,09. Пепси у нас по 5,69 за 2 литра. Вот такая вот цена, 5,69 за 2 литра. Ну и есть вот такая вода, 1,75 литра, 3,69 литра за 2,11. Фанта двухлитровая 5,29. Нет, фанта полтора литра 5,29. И 1 литр 3,53 стоит. Швепс. Кто пьет Швепс? 3,63 за литр. 5,29 полтора литра. 7-Up. 7-Up. Это 2 по 2 продается. Это вот такие. 2,67 за литр. Различные соки. Цена за литр в среднем вот здесь. Яблоко и вишня 2,69. Допустим, дальше нектар из черники 4,69 злотых. Это за литр, все, за литр. Двухлитровые соки. Вот разные компании производят. Яблочный 4,39 за 2 литра, либо 3,49 за 2 литра. Цену можете поделить, в принципе. Ну, вот такой вот сок и у нас есть в Вильнюсе, в Литве. 4,59 стоит. Так, в принципе, дошли мы до разных сладостей. Вот такие вот орешки есть. Орешки по 6 злотых за штучку, это 150 грамм. Разные вкусы есть. Есть вот такие вот сладкие орешки 3,99 за 130 грамм и 28,50 за килограмм. Так, это орешки, попкорн 2,89 за 90 грамм и 32,10 за килограмм. Так, ну конечно же чипсы Лейс, чипсы Лейс 225 грамм 6,99 и 31 злотых за килограмм. Это в принципе средняя цена на любую пачку. Вот такие какие-то новые чипсы по 35 злотых за килограмм, 4,99. Вот такая пачка 140 грамм. И вот такие ребристые 6,99 и 31 за килограмм. Вот так вот. Лейс Макс 140 грамм, вот такая пачка 4,09 и 29,20 за килограмм. Еще есть, конечно, вот такие чипсы подешевле. 150 грамм 3,79 и 25,27 за килограмм. Немаловажно, сейчас вам покажем еще, как работает касса в этом магазине, потому что такой кассы я еще нигде не видел. У вас есть одна общая очередь, и вот там находится касса. Ну, как видите, люди не идут на кассы, они ждут в общей очереди перед кассами, перед всеми кассами. Почему? Все просто. Вот здесь у нас есть телевизор и девушка стоит. И они распределяют, куда кому идти. Вот, если на телевизоре не показывают, говорит девушка, куда идти, на какую кассу. Вот так вот.